Бельгия, страна пива, расширяет винодельческое производство. Согласно бельгийскому аналогу Министерства экономики, 2023 стал рекордным по объему производства вина – почти 3,5 миллиона литров. Это на 13% больше, чем в предыдущем году. Может ли изменение климата сказаться на динамике бельгийского виноделия? Les extrêmes et les extrêmes, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça c'est les inondations, ça c'est de la pluie des extrêmes, ça c'est le gel. Из-за глобального потепления бутонизация винограда начинается раньше, что делает лозу более уязвимой в условиях весенних заморозков. Еще одно последствие – появление насекомых и болезней, которые до сих пор были распространены лишь на юге Европы. Il y a un insecte qui s'appelle Drosophila Suzuki. Il est démarré en sud d'Europe. Alors, dans l'époque, les autres pays qui sont le plus nord, ça ne vient pas chez nous. Mais apparemment, le Suzuki, Drosophila Suzuki, il se déplace chaque année plus au nord. Il est devenu déjà ici en Belgique. Бельгийским виноделам, как и коллегам из других европейских стран, приходится приспосабливаться, возвращаясь к дедовым методам. 20 лет назад, когда Жанет ван дер Стин начинала карьеру винодела, урожай в Валонии собирали в середине октября. Сегодня к сбору винограда приступают уже в сентябре. La vigne, il a une indication, je suis exposé aux chaleurs, aux froides, aux pluies, au vent. Alors il crée une peau plus épais. Un peu plus épais, il a moins de risques pour l'attaque des insectes, l'attaque de maladies. Ils sont plus fort protégés contre la chaleur. По мнению других виноделов, в Валонии сейчас такой климат, который позволяет производить качественные вина. Этот регион сравнивают с Бургундией и Шампанью 30 лет назад. В самой же Шампании становится слишком жарко для производства качественного шампанского. Так что, по мнению специалистов, период расцвета бельгийского виноделия ожидается в 2050-х.